Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Пьер Гюстав Эжен Сталь, французский художник, литограф, иллюстратор и рисовальщик. Я пользуюсь Википедией. Родился 2 сентября 1817 года. В 1838 году он поступил в мастерскую художника Поля Деларошу в Школе изящных искусств, а в 1845 году учился гравюре у Адольфа Варин. Гравировал работы для произведений Бальзака, Пьера Дюпона и Анаре де Бальзака. Оформлял сказки доктора Сэма Анри Берту, сказки всех стран Эмиля Шасла. Нарисовал несколько портретов женщин, предназначенных для гравюры «Женщины Библии», собрание портретов выдающихся женщин Ветхого и Нового Заветов монсеньора Жоржа Дарбоя. Сделал несколько литографий. Это альбом иллюстрированной хроники войны и коммуны. Работы художника выставлялись на аукцион несколько раз. При этом реализованные цены варьировались от 100 до 6 тысяч долларов США в зависимости от размера и носителя произведения искусства. С 2016 года рекордная цена для этого художника на аукционе составляет 5250 долларов за рождение Венеры. Она была продана на аукционе Элизабет Нью-Йорке в 2023 году. Художник умер в 1882 году. Вот так вкратце, данных практически никаких нет, но все, что мне удалось найти о французском художнике, литографе, иллюстраторе и рисовальщике Пьер Гюстав Эжен Сталь. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.